Бесплатный аттракцион на дороге. Вот здесь, на этом самом месте, по улице Гастелло, провалился асфальт. Прямо сейчас здесь активно идут работы под дождем. Дорогу перекрыли, транспорт идет в объезд. Остановка «Институт». Спецтехника здесь со вчерашнего вечера. Сотрудники водоканала пытаются как можно скорее залатать дыру. На данный момент проводятся работы по послойному уплотнению грунта с последующим восстановлением асфальтового покрытия. А это сотые кварталы. Обвал захватил и проезжую часть, и пешеходную дорожку. 102-й микрорайон отрезан. Объезд осуществляется от 118-го квартала до микрорайона Горький, а также от 102-го квартала до 118-го. В администрации предположили, что произошло это все вследствие прокола дороги компании «Россети». Они накануне прокладывали линии на участке. Вся техника есть, привлечены силы комбината благоустройства водоканала. Ну, проблема общая, поэтому неважно, что подведомственное учреждение, поэтому максимально быстро постараемся дорогу восстановить. Максим, владелец Toyota Harrier, из видео, которое уже успело шокировать улан-удэнцев. На улице Конечная машина легко и непринужденно ушла в асфальт. Приехали на работу, поставили машину около 7:30 утра. Примерно в районе часа дня увидели по камере то, что машина провалилась. Получается, машина провалилась, вызвали эвакуатор, вызвали гаишников. Мужчина заплатил за кран, помогли спасатели. Из видимых повреждений – разбитое стекло и царапины на кузове. Вода сегодня и под землей. Кадры одной из затопленных парковок Улан-Удэ. Плавает сегодня весь город. Кадры неплохого фильма «Катастрофы». Не будь это реальностью. Елена Краснопеева, Бату Гармын. Новости дня.